В начале апреля в музее Гончарова открылась экспозиция под названием «Два великана» Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. О жизни, творческом пути и дружбе двух великих звезд мирового искусства повествуют экспонаты выставки. Здесь представлены и портреты Шаляпина, и Рахманинова, подлинные портреты. Также представлены личные вещи, принадлежащие Сергею Рахманинову, его очки, его сюртук. Принадлежащие вещи Шаляпину – это уникальные костюмы театральные, его фото. Среди посетителей выставочной композиции оказалось много студентов и преподавателей музыкальных образовательных учреждений. Экспозиция для них – шанс узнать о великих деятелях не только из сухих фактов учебной литературы. Первая партитура концерта, канцелярские принадлежности и сценические костюмы. Увидев их, гости выставки становятся ближе к двум всемирно известным титанам от музыки. Совсем недавно мы изучали творчество Рахманинова и творчество Шаляпина, и мне очень интересно то, какие это были люди, то есть не только их творчество, но и как личности. Мне хочется поглубже их узнать, чтобы лучше понимать их творчество и то, чем они занимались. Выставка продлится до 17 июня. Все заинтересованные смогут расширить свои познания о двух величайших музыкантах 20 века. Виктория Чиркова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.